Привет, друзья! С вами Серафим и Монстр Тоу. А стражники все бухают. Да, ну, печальные стражники, и они нас должны куда-то сопроводить в город Сайсер, да? Идем? Пойдем в город. К некоему волшебнику, который нам что-то должен нас допросить. Бабочки летают. Ух ты. Возле ящика. Глянь, что там в ящиках. Ох, тут ящики. Старый посох огня с черепом. Вот это. Как раз я возьму все. Ну и тут еще пару бутылочек. И там еще вот тоже, там второй ящик. Даже глянь. А там пусто. Только один стражник пошел, да? Сейчас, тут больше ж ничего нет, я так смотрю. Вроде... Ой, не, есть грибочки. Где-то грибочки увидел. Сейчас. Синежелчник. Да, ну я соберу. Да. Ну ты ж по идее по. Ну да. Будешь по крафтингу, по химии, а я буду как маг философ речи толкать. Кстати. Там, где карта, есть рецепты. И вот теперь поваренная книга. Появились эти, но тут не все, ну, не банально так сделано. Вот вот это, там вот это, а нет, именно расписано. Mm-hmm. То есть, а вы уже сами действительно понимаете, как там и что. Ну, смотри, у меня какой посох. Ну, ничего себе. Да, красиво стану, чтобы видно было. Да, посмотрите, какой у повелителя стихий, покоряющего стихий, у него какой посох. Черепок такой огненный. Прикольно. Короля огненных козлов. Да. Смотри, это он распознает. Это как акт нападения. Нападение, да. Так, и надо, получается, подходить, чтобы подсвечивались предметы. Ну, да. Радиус. Ух ты. Да, там. С орками воюют. Да, не, я думаю, не это. Ну, давай поможем ребятам. Кстати, перед битвой сейчас я сохраню. Угу. А мы, ну, сверху мы отсюда не пройдем. А как мы пройдем? Да, ну, нужно будет... О, я вижу уже там бочки с маслом. Подожди, я возьму... Что это было? Опять сохраню. Сейчас. Бочка с водой. Молоток. Помидор. Бочка с водой, но у меня силы недостаточно ее. Ветка. Это. О, так, тут ветка. Короткий меч хороший, лук, но я брать не буду, бери. Сейчас глянем. Что это такое? Дымовая стрела, лук и меч. Ух ты, всё. Корабль орков приплыл. Ну, сейчас мы... Подожди, я гляну на меч. Ага. Меч... 22-30. Покруче моего меча. Сейчас. Отлично. Орки выглядят как гориллы какие-то. Ну вот сейчас богатые. И проверим. Так, он труп какой-то. Что, пошли в атаку? Так, сейчас, а ну подожди. А, ну да, вот бой начался. Я даже добежать не успел. Mm. Так, там бочки с чем-то взрывные, да, или что это такое? Бочка с маслом. Можно ее кинуть на них. А кого они там бьют? Там, я не пойму. Сектанты так. Черные, а это кто? Я не пойму, сектанты с орками дерутся? Или... А, то легионер. Ну, а, вот, есть. Я кину всем масло и поджарю их. Ну, извините, эти солдаты легиона, если что. Ну, да. Там просто еще есть масло. Ну, на огонь не хватило. Со следующей атакой я их поджарю. А, все. Могу только шарить. Нет, не подходи. Наоборот, я вот стану... Чуть ближе буду их атаковать. Сейчас. Ну я ближе не буду. Так, я вот стану вот здесь и включу ауру. Бу-бу. На тебя, чтобы тоже распространялось. Mm-hmm. Она мне разве дает что-то? Ну, должна обойти. Стойкость силы, шанс на успешный удар. Ну я ж в ближнем бою не валюсь. Mm. Урон. Короче, не важно. Итак, что-то ты еще можешь? А, нет. А, ага, значит я пойду лучника валить. Черный сектант. О, ну за нас ребята есть.
шаман. Орк-шаман лечит их. Ну, сейчас я огоньком поджарю их. Давай. Зелье выпивают. Серьезно. Ну, косой. Ну, фиганешь? Сейчас. Смотрите, покоряющие стихии сейчас как. А я достану до этой бузы вообще? Ну, должен. Да, у меня всего лишь 6 очков действия. Ну, ты это... Могёшь ты, не могёшь? А, вот все. Чего? Горение. А что, стражник поджарился? Да как-то непонятно. Короче, я... О, что это такое? Острый боевой нож. Ну, заберу. Так, и... 10 очков действия, у меня только 6. У меня, кстати, есть 3 мощных огненных шара, свитки. Я могу один раз пальнуть. 4, 5, 6. А что это? Хватит очков действия. Сейчас. Это 7 надо сюда. 96 единиц. Не, мне надо того дальше. 5, 6. Короче, вот так я подойду. Ага, вот ты какой нехороший. Сыктант. От слова сыкать, да? Молодого орка почти добили, а он горит. Отлично. Шамана нужно, в общем. А, как раз я рядом. Да. Так. Сейчас я шамана тоже. Да, сейчас. Покоряющие стихии. Ядом вольну, его травить будет. Так, а ребята, вы не угадали. А подожди, сейчас. Я тебя не траванул случайно? А, да, траванул. Ну, бывает. Лужи дал яда, я понял. Так, ну, сейчас я кое-что сделаю. Зелье есть у тебя. А так вы хотели? Оп, шамана завалил. Да, ну я сейчас лечение на себя нашлю, потому что... Ох, 7.21 урона ядом за ход наносит, поэтому тебе лучше вылечиться, он еще ядом. Да. Буду восстанавливаться. Так, ну. Сейчас. Кстати, тебе тоже надо будет исцелялку какую-нибудь прокачать. А, да, пожалуй, да. Чтобы мы друг друга подлечивали, если что. Ох, испепелил, красиво. Так, остался лучник-сектант. Отлично. Да мимо. А, не, попал. Хм, он тоже ловкач. Оп, ну это я еще не подходил. Каков. О, хоть яд закончился. Действие, 3 раза. Там, кстати, какое-то сопротивление ядом лежит. Ох, да тут далеко. Столько всего лежит. Так. Ступка. Ну, я подойду крестик. Ближе, потому что я не достану. Да, давай. По атаке. Ремонтный молоток, отлично. Ну. Отлично. Все. Все, сделал свое грязное дело. Так, а еще. Тут и лечебные зелья лежат, кстати. Да сейчас все. Чем не хватает ступка очков действия. Крестик какой-то прикольный. Так, у меня 2. Давай так. Ну, засранец. Попадает, хорошо. По нему не попадает. Да, но в кач такой хороший. Вообще никто ничего не может сделать. Ну, я сейчас его рубану. О, попал. Хорошо. И нам опыт дали. Любопытно и очень подозрительно. Так, короткий меч, кожаный доспех, ступка и пестик, так, ремонтный молоток, что еще? Вы нашли ремонтный молоток, если вы достаточно хорошо владеете кузнецом, с его помощью можно чинить снаряжение. Я предлагаю сохраниться после боя. Сейчас, конечно.
Так, ты осмотрел тут, да, все? Это бочка с чем? С маслом. С подсолнечным. Так, тут все. Ингредиент. На, так. Сохранить. Я думаю, может, мне тоже кинжальчик какой-то для ближнего боя на всякий случай. О, кстати, я какой-то кинжал нашел. Сейчас я гляну да инвентарь. Я тоже сейчас нашел. Сейчас будем еще обмениваться вещами. Так, да, ремонтный. Тут побоище. Сейчас тип. У меня два устрашающих коротких меча. А, тренировочный меч. И устаревший короткий меч. Вот, то есть я могу с двумя мечами быть. Кстати, я не помню. Я щиты не прокачивал, поэтому я два меча, наверное, возьму. Можно и так, да? Круто. Не, нельзя. Подожди. Ну, щит убрать. Может, тебе нужно прокачать какую-то меч, типа, в каждой руке? Ну, не знаю. Перк какой-то. Короткий меч. Ну, нельзя, значит. Короткий меч. Так, что-то я понаподбирал, сейчас посмотрю. Молоток, дробящий урон. Так, ветка, то есть две ветки есть. Вот, есть острый боевой нож. 15-20, а нож 13-20. Скину я тебе вот такую кольчужку. Стревшая кольчуга. Это вместо латов, да? Броня чуть больше, но нету ол-резистов. Угу. Так, что еще у нас есть? Мы тебе сапоги еще скинем. Так, сапоги глянем. Потому что ты в ближнем бою сапоги валишься. Чуть лучше. Так, ну тут еще есть кольчужки всякие, тоже слабенькие такие, рейтинг брони 4 на ловкость. Но я их оставлю у себя, да, скорее да. всего, продавать я буду. Ступка и песня. Бесцветный инструмент для опытного мастера. Бесценный, вернее. Я тебе скидываю ветки, попробую их друг с другом соединить. У меня две есть, только как это сделать? А вот так вот тянешь одну на другую. Сейчас, подожди. По типу. А, вот есть, да. Снаряжение. Получается жезл стихий. А еще одну можно сюда? Да. Нельзя. А лук тоже так. Жезл стихий. Отлично. А два жезла можно? Нельзя. Так, короче, отправить и отправить. Я понял. Земли, воздуха, нора. Короче, в случайном порядке выдает стихию. Но они послабее, чем у меня. Тем более я сейчас на огонь буду себе. Я думаю, на огонек буду качать. Барагатя де пла. Обсуждает с каким-то перелистным акцентом. Золотой потир. Так, еще раз. По типу сортируйте мне. Пустая бутылка, зуб. Я, в общем, ингредиенты тебе все отправляю. Да. Отправляй мне ингредиенты. Так, тут больше ничего нету. Такое интересное на земле. Вот корабль орков. По-любому у них там какие-то нычки там есть, я ж не знаю. А, нету? Ну-ка посмотрим. Ну, вроде бы нет. Звездная пыль. О. Тихо. Ингредиент. А, и сундучок. Один. О, ух. Точно. Чего? Огонь? Фая! Фая! Научились чего? Управлять ими. Короче, ты можешь водой там что-нибудь сделать? Дневник. Огонь, огонь. Задание сейчас я прочитаю. В порту горит корабль, подожженный орками. И потушить его? Угу. Сможешь чем-нибудь? Вода у тебя есть? Ну, есть заклинание. Ну, сделай. Ай, горит корабль. Сейчас попробуем. Давай, я сохранюсь? Да, да, сохранить. Так. Пока корабль не сгорел.
Да не сгорит. Нам нужна помощь, он сгорит. Давай, я сохранился. Да. А ну, великий покоритель дождя. Дыщ. Отлично. Влага. Дневник обновлен. Типа мы спасли корабль. Репутация плюс один и опыта по 900. Ой, отлично. Сейчас я опять себя самоисцелю. Влага. Единственное, что мне для огня минус во влаге. Ну, я же думаю, не вечно будет идти этот дождь. Ну, вообще, да, не вечно. По идее. А ну сейчас. О, все, все, заканчивается. Может подпалить опять? Не-не-не, не надо. Знаешь, я думаю... бизнес такой, скидков дождя, подпаливаешь. Такой, и опыт. Подпаливаешь. Я подпаливаю, понял, а ты... Да. Как этот, убить дракона или сердце дракона, фильм был, кто помнит. Да, сердце дракона. Как там они вдвоем дракон говорит, я вас спасу от дракона, там. И дракон такой прилетал. Кто это нас встречает? Короче... Прилетал дракон, это, и типа как бы нападал там, а он типа спасал там его стрелой там, и тот ловил стрелу себе под мышку, дракон ложил и падал обычно куда-то в океан. А то озеро было мелкое, они не рассчитали, он такой падает, раз, и торчит из воды. Глубина маленькая. Добьем дракона. Ну да, такой, блин, мы на это не подписывался. Ну что, пообщаемся? Так, подожди, мы тут все осмотрели, да? Всех да. Этих проверили. Или можем... А, не, вот, мертвый орк еще один не исследован. Да я же вроде всех орков. А-а-а. Вот один остался. И у него, кстати, орчий клык и волосы. Для маскарада все. Так, да, мы подойдем. Да. Станем уже в следующей серии. Да, в следующей серии. Вот я стал так разворачиваться своим посохом. И в следующей серии с этим замечательным дредастом, у него, кстати, волосы такого же цвета, как у меня, и прикольная нунчака какая-то. Нунчаки — это хорошо. Да. Выясним в следующей серии, чего он от нас хочет, чего он с нунчаками выбежал. Поэтому, кому понравилось, не забываем ставить лайки. Оставлять комментарии под видео и задавать вопросы по поводу прохождения. Да, да, или просто вопросы там, чё, как там, как дела там, не вопрос, ответим на любые вопросы, адекватные вопросы. Да. И не забывайте подписываться на наши каналы, чтобы не пропустить еще большее количество самых крутых и классных видео. Совершенно верно. Всем спасибо и до новых встреч. Увидимся в светлом будущем.